Самарские крылья Советов не смогли оказать должного сопротивления одному из главных конкурентов в борьбе за выход в элиту российского футбола. Волжане уступили Оренбургу с минимальным счетом. Единственный гол с пенальти в ворота Евгения Фролова забил Рикардо Алвиш. Португалец хладнокровно развел по углам мяч и самарского голкипера на 13-й минуте встречи. После этого подопечные Игоря Осенькина имели несколько хороших возможностей для взятия ворот, но так и не смогли реализовать игровое преимущество. Матч какое-то время нам давался достаточно тяжело. И в этот момент мы быстрее должны были двигать мяч, быстрее играть. И не сразу мы включились вот в эту игру. Старший тренер гостей Ильшат Айткулов остался доволен результатом игры и похвалил своих подопечных. Давление было серьезное. Благодарен ребятам, что все выдержали. Может, контр-игру там чуть не сумели там противопоставить какие-то эпизоды, да, не хватало, может, сил, много в обороне отдавали, хотя в концовке был хороший момент. Но поздравляю всех наших болельщиков, это очень важная победа. После этой игры гости выбились в лидеры турнирной таблицы. Они занимают вторую строчку, имеют в своем активе 13 очков. Крылья Советов располагаются на 9-м месте с 7 очками. Следующий поединок подопечные Игоря Осенькина проведут на Самара-арене. Они померятся силами с Омским Иртышом в 1/64 Кубка России по футболу. Матч пройдет 26 августа. Анатолий Головко, Василий Колдашов. События.